Рад присоединиться к клубу, к такому большому клубу в данный момент. Рад, что подписал контракт. Как возник вообще вариант с переездом в Брест? Ну, то есть после травмы я долго восстанавливался. И в начале июня позвонил агент, сказал, интересуется клуб. Ну, так вот возник, приехал, подписал контракт. А что за травма? Расскажите поподробнее. Ну, разорвал переднюю крестообразную связку 10 месяцев назад. То есть сделал операцию 8 месяцев назад и сейчас восстанавливаюсь еще после травмы. Что слышали о «Динамо Брест» до того, как переехали сюда? Ну, слышал, что много хороших игроков здесь играло. Клуб как бы в последнее время начал процветать. Ну, в целом, отличный клуб. Что уже успел оценить в городе, в команде, после того, как ты здесь несколько недель уже тренируешься? Команда, отличный коллектив, то есть все отлично. Город тоже как бы по центру тут неплохо. Но в целом нормально. Как приняли тебя в коллективе? Приняли отлично. То есть успели даже уже кличку дать. Какую? Сказали, похож на Зинченко. Зина дали. Но ты не обижаешься? Да нет, прикольно. Зинченко-то в Сити уже. Думаю, по его стопам пойти. Ну вот сейчас ты похож на Зинченко, но совсем недавно у тебя была совершенно другая прическа. Почему ты решил сменить имидж? Честно, надоело, что девочка. Да, просто надоело, то есть нет никакой причины.